Именно так 50 лет назад на маленькую железнодорожную станцию Салым прибыли первопроходцы-строители. С этого момента и началась история поселка. Дань уважения тем, кто осваивал и обживал суровые земли севера, отдали на торжественном мероприятии в честь юбилея. Не забыли и про тех, кто пишет историю прямо сейчас. Десятки салымчан получили заслуженные награды за свой вклад в развитие поселения. Среди них учителя, работники железной дороги и, конечно, нефтяники. С самого начала компания выстраивала отношения с Салымом на основе наших ключевых ценностей – безопасность, поддержка образования и здравоохранения, забота о благополучии. В течение 15 лет сотрудничества наши программы социальной поддержки были направлены в эти приоритетные области, начиная со строительства детского сада, модернизации больницы, развития инфраструктуры и благоустройства Салыма. Специально к юбилею поселка компания СПД в партнерстве с администрацией Салыма преподнесла такой долгожданный подарок для жителей поселка, как открытие солнечного сквера. Говорят, когда вы выбираете квартиру, вы должны выбрать себе обязательно соседа. Вот мы-то точно выбрали классного соседа, потому что Салым Петролиум Девелопмент очень хорошо и качественно построены все взаимосвязи. Социальная политика для них – это в приоритете. Безусловно, школы, детские сады, библиотека, благоустройство поселка – это все поддерживается, постоянно поддерживается Салым Петролиум Девелопмент. Финансовая поддержка компании достаточно серьезная. 40 миллионов ежегодно рублей получает бюджет. В первую очередь, конечно, это поселение, присутствие самой компании. Это сельское поселение Салым, самое крупное наше, Сентябрьский, Кутьях. Проекты реализуются не только в рамках комфортной городской среды. Компания помогает и образованию, и здравоохранению. Сзади вот у нас с вами стоит садик, который построен с участием компании. Очень много проектов реализуется и здравоохранение. Сегодня Салымская участковая больница оснащена современным оборудованием, проводятся капитальные ремонты и в образовательных учреждениях, и в учреждениях здравоохранения. Ну и, конечно же, комфортная городская среда сегодня приоритетный национальный проект. Компания активно включилась, и в том числе она является спонсором вот этого замечательного проекта, который сегодня реализован. И мы видим, несмотря на погоду, сколько населения радуется этому празднику. За 15 лет партнерства социальные инвестиции компании в Ханты-Мансийский автономный округ составили 1,2 миллиарда рублей. В развитие Нефтеюганского района компания ежегодно инвестирует порядка 40 миллионов рублей. Это не только инвестиции в благоустройство, здравоохранение и образование. Поддержку получают проекты в области экологии, малого предпринимательства, поддержки культуры и традиций коренных народов Севера и многие другие. Это не только разовые акции, а настоящая многолетняя дружба поселка и нефтяников.